Что будет, если поклеить Бентли в самую дешевую пленку за 1000 рублей? Будет такая запеченная Бентли. Вы не переборщили, не? Просто полка по локоть, понимаете? Полка по локоть. Так, привет, брат Ван. Сегодня речь пойдет об одной тачке, о которой вы, наверное, уже забыли. И вот она. Красного цвета. Нет, братва, к сожалению, точнее, к счастью. Это не Kia, это наша Bentley Continental GT, которую мы пытаемся сделать. И у нас, в принципе, получается в стиле киберпанк Безумного Макса. Напомню, это Bentley из-под бабушки. Первым делом мы сделали вот такой лютый выхлоп. Затем мы сделали спойлер, купили его. Затем сделали диффузор. И со всеми этими делами мы поехали на Байкал. Зимой гоняли по льду, я дрифтил. Это были, честно вам скажу, лучшие дни, когда я был за рулем. Реально просто офигенно. Сравнимо с Америкой, с Соляным озером, но Байкал чем-то даже круче. И сейчас настало время самых крупных изменений. Первое – это диски. Мы обратились в компанию Power Wheels, и вместе с ними за 3 месяца мы сделали просто дичайшие диски. Сегодня в ролике вы их увидите. Увидите, как мы их придумывали. Месяц разрабатывали дизайн, пытались сделать что-то свое. В общем, я думаю, диски вас точно удивят. И второе – это цвет. Когда мы были на Байкале, мне в голову пришла идея сделать хромированную тачку. Вроде кажется банально, цвет хром, но так как у нас все блестящее, и диски будут тоже блестящие, если еще машина будет дополняться хромом, мне кажется, будет выглядеть интересно. Так что, друзья, обязательно досматривайте этот ролик до конца. Там вы увидите весь конечный результат нашей бэхи Continental. Бэхи, блин. У меня просто одни бэхи у нас, видите, уже бэха. БМВ головного мозга. Короче, в конце вы увидите итоговый результат, почти итоговый. Ну и желаю вам приятного просмотра, готовьте чаёку и погнали. А мы пошли прикуривать. Естественно, она сдохла за все время это. Конечно, 3 месяца стояла просто так. О, какой же тяжелый багажник, я уже забыл. А где? А, вон он. Их 2 причем, один справа, один слева. А какого он прикуривает, я уже забыл. Не, прикуривать спереди, да. Мы качнем сейчас. Что, мышцы-то есть? Да, есть найду. Нормально? BMX. Я хотел поставить, но подумал, что испорчу. А не подскажешь, где клеммы? Подожди, Петрович. Я не помню где. Проблема начинается уже сразу на стадии прикуривания. А что сзади-то нельзя прикурить? Там же 2 кума. Можно и сзади. Мы едем сегодня вот отсюда прикуривали. Понятно. Подкачаюсь, да. Надо было обратно левой рукой нести. Самое главное, что мы сохранили пленочку. Сейчас, погоди. О, да-да-да, все, заработал. Омывайка есть. Блин, все-таки в тачке что-то есть, а чего-то нету. И как вы помните, мы на Байкале разбили бампер, попали в такое ДТП там, в сугроб. И, естественно, мы не стали покупать обычный бампер, мы купили. Теперь у нас будет вот такой. Это, по сути, как М-бампер на BMW. Как он называется на Bentley? Он здесь называется Premier. Слушай, неплохо вообще. Стоило это удовольствие 40 тысяч рублей, кстати. Вообще пи***ц. Самый дешевый бампер на Bentley, между прочим. Бэушный оригинальный стоит еще дороже. Если хочется сфоткать, значит результат нормальный. А вот и пленочка. Многие, наверное, спросят, почему в бункере не клеим. Походу, мы перестарались с рекламой. Если честно, просто у Денчика такая запись сейчас плотная. То, что придется клеить своими силами. Вообще, если честно, мы в жопе, потому что клеить будем сами, по сути. Ну, нам будет, конечно, помогать, но своими силами. Клеим самой дешевой пленкой, это вторая причина, почему результат может получиться не очень. И, кстати, в этом ролике вы узнаете, что будет, если поклеить Bentley в самую дешевую пленку за 1000 рублей. Фольга, слышишь? Ее запекать сейчас как будто будет. Будет такая запеченная Бентли.
похоже на черный хром, если честно. Клеим в дерьмовую пленку, потому что нормальную надо заказывать и ждать сейчас очень долго. Охота сделать побыстрее. Если получится реально очень плохо, то переклеим потом в дальнейшем. Но сейчас охота уже добиться финального результата, то диски ждали 3 месяца, пленку эту. Короче, все, моем и начинаем оклеивать. То, что у нас заняло больше всего времени с Bentley, это диски. Я никак этого не ожидал, но мы перебрали кучу вариантов. Помните, я когда приезжал в GTR-шоп, там были диски Silvo с полкой. Я когда их увидел, понял, что нам точно нужны максимально широкие диски с максимально широкой полкой. Мы начали перебирать все варианты, искали, искали. И потом мы поняли, что мы не можем купить диски, те, которые нам нужны. Таких размеров не бывает. Придется их делать самим. Также сперва мы думали, что еще рисунок внутри, в принципе, неважно какой, главное, что полка была. Затем, когда мы начали работать с компанией Power Wheels, они убедили меня, что рисунок тоже очень важен. Я накидал им идеи, которые мне нравятся, и на основании их они разработали просто дизайн, с которого я был в шоке. Я понимал, что это то, что нам нужно. И эти диски для нашей цели, для Bentley в стиле киберпанк или в стиле Безумного Макса, подходят идеально. Во всей этой истории был только один минус. Обычно мы просто идем в магазин, покупаем диски и ставим на тачку. Либо заказываем где-то. Но здесь, так как диски разрабатывались с нуля, пришлось подождать. Но результат того стоил. В дальнейшем, думаю, мы и на ламбу сделаем какие-нибудь уникальные диски. Пока еще не знаю, какой будет дизайн, но придумаем что-нибудь интересненькое. Кстати, кто-нибудь помнит, какую машину я хотел взять вместо ламбы до того, как принял решение не продавать ни одну из своих тачек? В общем, на что я хотел ее заменить? Даю вам пару секунд на раздумья. Ладно, ладно, не мучайтесь. Это был McLaren. Почему я вдруг вспомнил про эту бешеную тачку? Да просто в нашем любимом Free Fire уже вовсю идет масштабное событие. Ребята замутили коллабу с настоящей компанией McLaren. Вот это я понимаю уровень. В честь этого в игре уже идет куча разных активностей с новыми скинами. Причем не только на тачке, но и костюмы новые появились. На таких можно сразу в гонку. Тут и шмот McLaren Racing. Ведь у McLaren есть бомбовая команда по Формуле 1. Там Лондо Норрис, он тоже в Free Fire играет. По карте теперь можно гонять на McLaren P1 и даже на абсолютно новом болиде MCL FF, разработанном специально для Free Fire. А тест-драйв новых тачек вы сможете устроить на гоночном треке, который появится на карте в игре. Но самый пик движухи — 31 июля. Залогим в игру, заберем рюкзак в стиле McLaren бесплатно. Не упускайте такую возможность, ныряйте в описание и скачивайте игру по ссылке. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and get it up. Secure the bag, yeah, I get the bus. You see the drippy, I'm fitted up. Какой смысл ходить на маникюр? В комментариях зачморят. Все же пластиковая лопатка это делает нам. Вот у нас целый набор есть, возьми. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shady, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Don't shade, that's a no, no, no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 6-4-4. Вчера ночью парни смогли поклеить только капот, и они мне сказали, что цвет похож больше на... не на хром, а на цвет... О, блин, на самом деле нормально. Они сказали, что похоже на цвет ведра просто стального. Но нам, в принципе, это и нужно было, потому что мы хотели изначально сделать просто зачищенную тачку, но так как много пластиковых элементов, решили все-таки оклеить. И выбрали дешевую пленку, потому что другой просто, собственно, не было, и она даже подходит лучше. Не хочу ее нахваливать, конкретно для наших целей, чтобы тачка была похожа на зачищенную в стиле киберпанк. Посмотрите на этот цвет. Просто как будто это лист алюминия какой-то. Продолжаем работу. Настал этот день. Сегодня мы увидим наконец-таки наши диски. Здорово. Привет. Дима.
Блин, так долго бы, месяц их там придумывали. Ждали потом. Все, тачка у вас нормальная. Ну, погоди, 92-я. Блин, а мы не переборщили, не? Блин. Иван, не переборщили, можешь развернуться и посмотреть вот на эти диски. О, вот это нормальная полка тоже. Сколько там? Просто полка по локоть, понимаете? Полка по локоть. Блин, у нас тоже жестко вообще выглядит. О, кстати, вот такой не особо тяжелый. Полка с iPhone почти. Так как в будущем у нас будет хром-пленка, нам они идеально зайдут. Хром-выхлоп, спойлер, карбон. Эти штуки у нас тоже блестящие, стойкие. Расширение придется делать прям очень жестко. Я думал, обойдемся маленькими фендерами, но с такими колесами. А резина сколько стоить будет на такие диски? Ну, 1100, да? Ну, да. Как диски, нормально выглядят под таким ракурсом? Нормальные? Кстати, они у нас, естественно, двухсоставные. Эту часть можно снять, покрасить. Возможно, покрасим в другой цвет, в какой-то. Ну, мне кажется, в серебристом и лучше всего, потому что у нас вся тачка была серебристыми деталями, ну и в хроме. Вот, полка полировалась под лаком. Ну, короче, я доволен результатом. Вот, хотел бы выразить вам благодарность. Это компания Power Wheels. Я о вас узнал, потому что вы делали многим блогерам. Кому вы делали? Давидычу делали, Портнягину делали, насколько я знаю. Щербакову вот сейчас сделали на Марк колеса. Гусейн Гасанов на Rolls-Royce. А ему тоже вы делали? Хромированные диски, это наша история. Как я понял, преимущество главной вашей компании, то, что вы можете сделать индивидуальный дизайн. То есть вот мы приняли такое решение, что такие диски делаем, и вы делаете. Да, мы создаем промышленный дизайн, то есть мы соблюдаем все прочностные характеристики для того или иного дизайна. Отдельная фишка, соответственно, в нашем штате работает один специалист, который делает финиши, наверное, единственный в стране на уровне топовых американских компаний. По примеру, собственно, вот на этом диске делался полностью вручную брашт, покрывался лаком, ну и, соответственно, таких историй у нас большое количество. А правильно понимаю, что клиент может прийти и сказать, допустим, что он хочет какие-то вот такие диски, но как-то по-другому, чтобы были там, да, рисунок по-другому был расположен? Согласуем с клиентом модель, соответственно, полностью после его одобрения запускаем проект. После одобрения инженеров, которые просчитают всю нагрузку, что диск не развалится? Конечно. Наш диск не развалится, да? Не развалится. В общем, ребят, компания Power Wheels, ссылочку оставлю в описании, реально огромное спасибо за... Если бы не они, такие тапки мы бы точно сами не сделали, а нам их просто негде было купить. На нашу Bentley в стиле киберпанк охота было такие диски, которых ни у кого нету, поэтому мы сделали вот такой вариант. Все тогда, сейчас определимся с резиной, поставим, запортируем и будем ставить. В общем, мне сказали уже, что тачка получилась просто охрененной. Я, честно, ее еще пока не видел. Даже вот прикрываю вот так вот взгляд, чтобы точно не увидеть ее. Я видел капот, как оклеен. Но всю тачку целиком еще не видел. И сейчас вы увидите мои первые эмоции. Итак, Bentley, оклеенная самой дешевой пленкой. Просто лютая вообще. Она просто лютая, издалека вообще. Ебать, ей так идет хром. Как будто ее цена выросла вообще сразу. Ну все, это разнос. Издалека вообще, вот, когда я только увидел. Я так же, когда первый раз зашел, просто ебал. Bentley все-таки это ебейший проект. Прям реально ебейший. На наших дисках... Блин, это просто жесть. Это просто люто. Низ мы сейчас, наверное, блин, надо что-то с ним делать. А, ну низ можно зашкурить полностью или нет? Или черный? Мне кажется, можно черный его задать просто.
Ну да, для начала можно задуть, если будет не очень, тогда бахнуть черный. На черном будет хорошо выделяться выхлоп и все вот эти серебристые штуки. Я бы точно черный делал. Но если будет серебристое, то тогда все будет в одном стиле. Но будет меньше выделяться. И, кстати, по большому счету, качество оклейки не такое уж херовое, как мы думали. Слушай, да стык не палец, это ты смотри, вот это стык. Ну да, это стык. Кажется, как изгиб какой-то. Да, так вот так должно быть. Для наших целей в стиле киберпанк это просто идеальная оклейка. Супер дешево. Черная тачка, черные фары. Там, ну да, такой блокаут. А у нас все хром. Просто все хром. Еще вот сейчас просится, конечно же, просится расширение. Бля, наши диски, мы сейчас диски поставим. Да, мы поставим наши диски, они, наверное, будут выпирать вот так. И потом в будущем мы просто сделаем еще вот такие расширения какие-то специальные. И будет вообще бомба. Ну и клеить, конечно же, мы хотели клеить сами, но по итогу потом я подумал, что лучше не буду рукожопить вот руками своими вот такой наклейкой. Лучше этим не заниматься. Дали человека, который умеет это делать, и с этой пленкой справился вообще на ура. Так что, братва, вот такой результат. Сейчас едем за дисками, сделаем шиномонтаж, резину уже купили, вышло 50к. Поставим и посмотрим уже итоговый вид. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the rise, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me. Lately, life has been gorgeous. Wake up the clear, my eyes hit record. Praise to God, I ain't chasing no bitch. Swinging the miss, got me hitting these licks. I get it. 325 на 30, просто. Ну как эти, у тебя, блядь, за мамой уткой. Yeah, I would have torn, down for the soil. Нормально, да? Поехали, пацаны. Да, гелик 6 на 6, блин. Да. Как вы уже поняли, наши диски на Bentley готовы. Чему я... Колеса, да, то есть колеса, резина. И сейчас мы поедем их ставить. Очень надеюсь, что они подойдут. И это уже полностью дополнит внешний вид Bentley. Так что сейчас будет самое интересное. Следующая задача – это каким-то образом засунуть 4 21-дюймовые, да, диски в рэм. По идее, должны войти. Примерим на рэндж пока. Что, совсем говно? Нет, это нормально. Это что ни на есть киберпанк стайл. Подай диск. Тяга. Миша, ты туда залез. У нас карлик в команде. Лепрекон. Я 1.70 метра, Диман. Паспорту ключ. Слушай, может мы большой лучше запихаем? Там место есть? Да. Ну и последний штрих. Погнали к ней. Че, Леха, в моих очках, ты готов идти? Своих очках. Купил, купил, как у меня очки. А я теперь куплю цепь вот такую. Будете меня по кусочкам собирать? Ну мы же команда, сейчас. Команда. Ты сними очки. Блин, вообще круто выглядит. Не, мы когда зашли, у нас просто вообще был такой шок-аут. А тебе представь, я еще на таких дисках. Я просто даже фотку смотрел, по фотке, ну короче, ой, не могу подобрать слов. Мне сетка нравится, что сетка. Да. Я не знал, что сетка была. Мне нравится сетка, как фара смотрится. Да. Фара тоже бомбически. Да. Каждый раз подходим к тачке, охреневаем, насколько она крутая. На самом деле стыков почти. Да, да, стыков, да нормально вообще. Но сзади, конечно, сейчас плохо выглядит, но когда мы сделаем ее черной либо зашкуренной, то будет уже топ. Мне уже не терпится примерить диск, поэтому. Давайте хотя бы так подставим. Еба. Кажется, можно вот так оставить, чтобы да, вот так. Торчат они примерно так же будут, мне кажется. Ну должны, по идее. Блин, ну это жестко будет. Это реально киберпанк. Ну все, давайте быстрее, конечно, загоняем, ставим. Ооо.
Короче, походу мы переборщили. Блин, выпирает прикольно. Да, оно не опущено. А мы можем вот сейчас к нему поднять вот в таком положении? Он поднимается. Выверни колесо. В миллиметрах нормально. О, вот сейчас вообще нормально. Если сейчас вторые диски поставить, то возможно будет еще повыше будет. Давайте вторые диски поставим. Выглядит просто жесть. Ну это просто баги. В группах, короче, делали рендеры всяких там Rolls-Royce, Bentley, типа а-ля, которые для, ну, не знаю, для ралли, типа прям. Они вот так вот прям все выглядят. Давайте поставим все 4, потом... Ой, блядь! Поднимай, блядь. Да нет, на самом деле она сейчас обмерлась, типа, и все. Что там, пошла моча под струю? Да, да, все, поднимается. По идее, можно просто пневму запрограммировать так, чтобы она всегда в самом высоком положении была, и все. Все, друзья, погнали. Что, киберпанк ставил? Просто вообще. Ну что, друзья, мы сделали это почти. Ты веришь, что вообще мы эту хуйню сами придумали? Это вообще здорово. Все, друзья, сейчас вы посмотрите нашу идею с фондерами. Вот такие фондера. Смотрите. По сути, как у меня на Жиге. Нам их хватает. То есть мы, наверное, вот так сделаем. Вот. Четко. Лишнее здесь подрежем и все. Ну, это будет долго. Это будет никогда, блядь. Берем, снимаем фонари, обклеиваемся и делаем через смывку краски, блин. Да? Только так, да. Потому а что там маленький слой же краски по идее, а? На, ты поймешь, о чем я говорю. Так вот, дошли уже. Давай, давай, давай. Все, вот металл. Металл-то вот он, а как ты вот это вот будешь протирать? А вот это? Вот здесь вот отливы, а вот это? Ну а ты что предлагаешь сделать? Смывку краски наносим все и прям до голого металла все чистенько смываем. У нас задача какая? Взять голову. А, я так бы на BMX так снимал. Вот. Просто покрываешь, да, короче, такой штукой. Спупорится, блядь, и мы ее закрасим. А, это как диски, когда красят, типа, да? Ну, типа того, да. Ну, все, да, так сделаем. Так и будем делать. Потому что это плоскость так можно обработать, а вот эти вот все ямки, канавки мы наждачкой не уберем. Это адов труд. Это вот так вот придется делать, и то там бы герметик идет. Ну, да. Герметик повышиваем. Казалось бы, задача максимально простая. Просто зашкурить. Подъем. Да. Но не все так просто. Столько, конечно, сил уже вложили в эту тачку. Вспомните с самого начала. Прямо ее купили. Сделали выхлоп, спойлер, диффузор, пленка, диски. Диски чума вообще. Диски просто. Диски заценил, да? Оргазм вообще просто. Я прям на диски оргазм, ты сказал? Я вообще оргазм. Я хожу, передергиваю, блин. Это реально прям диски, прям, я не знаю, кто там делал. Power Wheels. Вот такая компания. Согласен. Это новое поражение? Да, да, да. Новое выражение, Тер. Слышь, нового люка сделано.
Прошло несколько часов, и, как мы видим, результат немного не такой, как мы ожидали. Краска-то у нас ушла, но остался грунт, который нужно тоже зашкуривать. И мне кажется, если честно, проще всего просто взять, купить серебристый баллончик и просто серебристым баллоном обычным просто закрасить, и все. Эффект будет, наверное, лучше. Саня! А что, смотри, видишь, эффект не такой, как мы хотели. А вы какой хотели? Ну, чтобы до металла было. А, ну, до металла и будет. Надо так еще просто пройтись по бумажке. Здесь голый металл у нас. Это грунт. Металл вот, металл вот. Слушай, а что если просто серебристым баллоном закрасить? Ну, можно и так. В принципе, грунт тоже смывается. И вместе с моим пальцем, правда, но смывается. Нам просто еще дальше. Ну, собственно говоря, а, ну да, кстати. Это блин, Бентли. Ё-моё, собственно говоря, это Бентли. Если бы он так быстро смылся, я был бы удивлен. Я уже забыл, что это у нас Бентли. Да, качество покраски отличное. Просто уже настолько лютый проект, что и забыли, что это. Да, что это было изначально. А с герметиком что делать будем? А герметик так и останется, не вычистим. Не, если хотите, мы его выбьем оттуда еще. Но. Но он красный. Но. Красный будет его красный, да. Блин, я бы купил баллон, чутка бы прошелся бы где-то. Чтобы... Серебром? Да, да. Он будет вот такой. Ну, это вот то, что нам и надо. Вот такой вот будет. Ну, давайте возьмем баллон и зафигачим его. Okay, I'm back out fresh on the scene. Franchise best on the team. Blue faces busting out the scene. New life is something like a dream. Back out fresh on the scene. Franchise best on the team. Blue faces busting out the scene. New life is something like a dream. New life is something like a dream. New life is something like a dream. Так уж получилось, что я сейчас нахожусь на отдыхе, на яхте, там, на острове в Греции, на Миконосе. И я не увидел итоговый результат Бентли, но пацаны мне скинули сейчас фотки, и прямо сейчас я первый раз в жизни посмотрю и хочу выдать на камеру эмоции того, как получилось сделать зачищенные зад тачки. Сниму очки. О, да! Вот это то, что нужно, блин, вот это, посмотрите на эту тачку. Эти еще не прогрузились. Уже по этой фотке я вижу, что получилось именно то, что нужно. Все-таки закрасить баллончиком — это была лучшая идея. Фендеры. Просто кайф. Бля, я так завидую вам, что вы сейчас можете в нормальном качестве посмотреть эту тачку. Ну, это топ. Это топ. В общем, у меня сейчас небольшой недельный отдых, и, как я говорил ранее, я не видел результат Бентли, но прямо сейчас вы можете посмотреть перебивки, посмотреть, что парни там наснимали, как она выглядит на ходу, как она выглядит на месте. В общем, желаю вам приятного просмотра. Смотрите финальный результат проекта Бентли, ставьте лайк в поддержку, реально, это был очень сложный проект. Подписывайтесь на канал, дальше больше, а я погнал покупаюсь.